Всем привет. Посмотрим, как настраивать мои сборки для всех пользователей. Вот вы скачали образ, запустили его. Вот всегда смотрите. Вот здесь сейчас у меня написано Cinnamon. Можете выбрать по умолчанию там X-Face. Что вам нравится? Вот запустили вы, заводите пароль. То есть выбрать можете любой рабочий стол. Вот сейчас по идее, видите, я набрал, а вот сейчас наберу я демо. И окажусь на рабочем столе Cinnamon. Вот таким образом все это дело выглядит. Теперь, значит, всегда я что делаю? Я вот правой кнопкой мышки, вот, стараюсь установить панельку наверх. Вот и все. После того, как я панельку, значит, установил наверх, я запускаю панельку Planck. Вот здесь просто пропечатываете словечко Planck. Вот оно. Запускаете его, и вот у вас панелечка появляется на этом месте. К ней еще можете прицепить КМАГ. Это увеличительное стекло. Вот. И еще вот онборд. Экранная клавиатура. Вот. Так вот запускается КМАК. Вот так запускается онлайн-клавиатура онборд. Вот. Значит, все встроено в сборку. То есть вам выискивать там что-то, устанавливать через синаптик не нужно. Вот. Просто взяли, запустили и закрепили на панельке. Вот практически и все. Что еще? Значит, здесь вот, когда вы скачали ISO-файл и addons, в аддонсах вы распаковали, вот, имеется, значит, хорошая обоинка, я долгое время ею пользуюсь. И вот есть еще конки RC. Вот его просто берете, затем, значит, переходите на мой компьютер. Идете на вид. Вот. Скрытые файлы.
И смотрите, как, куда вам нужно это дело поставить. Запускается вот таким вот образом. Вот конки. И в коночках вам нужно будет ставить вот MX-21 конки RC. Когда вы все это дело ставите, то у вас вот будет получаться вот такая вот менюшка. Но в ней уже будет видеть конки RC. Вот конки RC, вот, пожалуйста, вот такая вот симпатичная приборная доска у вас будет. Вот практически все, все нюансы по установке, значит, моих сборок. Значит, имя пользователя — демо, пароль — демо, запускаете установку, делаете там разметку, там все что угодно, и уже вот запустив все это дело, настраиваете, ставите себе бэкграунд или там любой рабочий стол, который там вам нравится. Смотрите сами. Вот я себе вот такой поставил. Значит, в принципе, все ставится вот таким вот образом. Поднастроить коночки. Значит, ну, мне нравятся такие. Ну, а вы можете выбрать любые конки, которые вам нравятся, их установить и так далее. Вот. У меня коночки вот таким образом настроены. Там на VLAN, сеть VLAN 0, там VLAN 1 или 2, ну, это поэкспериментируйте. Но, по крайней мере, вот показано, что и закачивается наверх, и что скачивается вниз. Вот. Живые такие вот нормальные иконочки. Вот. Значит, как видите, настройка сборок совсем несложная. Значит, несколько этапов. Первое, значит, выбрать рабочий стол. Рабочий стол вы всегда, значит, уже теперь сможете выбрать. И Cinnamon, там, и X-Face, и прочее. Вот. Затем, значит, перетянуть панельку наверх, установить планк, вот эту нижнюю панелечку, и, значит, на нее там парочку-то вещей поставить, онборд и увеличительное стеклышко. И также, значит, вот загрузить через файловый менеджер, вот, загрузить коночки. Вот, все это дело делаете, и, как говорится, будет вам счастье. Вот в любом пустом месте тыкаете, там нажимаете, вставляете, когда у вас все это дело будет, вот, у вас появятся вот свои такие вот нормальные иконочки. Вот, собственно говоря, и вся недолга по настройке моих сборок сделано это почему? Потому что я не могу дать вам полностью уже настроенный образ
со своими паролями и прочее. Поэтому вот это вам придется сделать самому. И на пользователя поменять, и пароль свой придумать. Вот. Когда запустите, туда, значит, установить, как говорится, вот эти вот программы, про которые я говорил. И будет у вас, скажем так, хорошая и нормальная сборка.